Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Не могла не записать видео по MyADS App. Значит, что хочу сказать. Надоело мне отвечать на комментарии нелепые. Вот, проект работает. Значит, начнем с того, что мы до такой степени ленивы, что не можем зайти в группу на Facebook и почитать информацию. Значит, вот группа. Опускаемся ниже и читаем информацию. Значит, вот здесь показать перевод. Нажимаем. Идет текст переводится. Уважаемые участники, сайт еще не готов. В настоящее время Минди работает над сценарием, который миграции не получили. Пожалуйста, оставайтесь с нами для получения новых новостей. Далее идем. Так, далее читаем. Опять перевод. Я уже все читать не буду. Сами зайдете и почитаете. Опять показать перевод. Понимаете, можно перевести текст и почитать, узнать о всех новостях. Особенно здесь жалуются, я читала, на Россию и, по-моему, точно не могу сказать, вроде Корея. Что, мол, пишут в поддержку по пустякам, типа поддержка у них не отвечает. Проект платит. Во-первых, была DOS-атака. Отбивались от DOS-атаки. Отбились. Теперь сайт переезжает на новый сервер. На более мощный, да? Значит, я заказывала вывод. Вывод мне пришел. Я заказывала, не помню сколько, $40, по-моему. Так, что у нас? 27-е, 10-е. Вот, 11:43. Это 46 минут назад. Комментарий. Вот, 39.77. Мой ADS Windrav. Елена, мой логин. Перехожу на Pair кошелек. Сейчас загрузится. 27 октября. 11:43. Перевод выполнен. 39.77. Мой ADS App Windrav. Мой логин. Все замечательно. Платит. Если бы проект соскамился, зачем платить вывод? Сайт еще не готов. Нету денежных ссылок, нету бонусных ссылок. Все у меня на месте. У меня как было здесь 98 центов, так и осталось. Как у меня было 208 тысяч бап-монет, так у меня на месте все и есть. И вот шестая группа у меня. Никто у меня ничего не ворует, все на месте. Так что читаем информацию, заходим, все работает, все платит. Вот. То, что я хотела сказать. Я не администратор проекта, я такой же участник. Вы мне пишете, я при чем? Во-первых, даже если бы проект соскамился, друзья, здесь все в шоколаде, все уже в плюсе. Так, Windrav. Все в плюсе. Только одно сожаление было бы, что закрылся такой хороший, замечательный платящий проект. Видите, сайт грузит как долго. Вот. Вот все мои выводы. Вот один только я отменен был. Вот и 39, 22, 5, 31 доллар, 6. Все платит. И вот мой последний вывод 39.77. Вот 39.77. Так что давайте наберемся терпения и подождем, когда он переедет на новый сервер и будет работать в штатном режиме. И по минималке мне писали. Надо же, подняли минималку. $10, друзья. Вот из-за таких писем. Из-за таких вот. И подняли. И что они? Они там очень злятся в группе. Потому что пишут. Сказали, еще будете писать, вообще еще поднимут вывод. Давайте пишите.
Минимальный вывод сделали $10. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.